Добрый вечер, дорогие друзья, настоящие любители хорошей музыки, почитатели саксофонного искусства. Мы рады сегодня приветствовать вас здесь, в этих уютных и теплых стенах клуба Алексея Козлова. Очень приятно, что сегодня, в этот солнечный, теплый осенний вечер, здесь собралось столько много людей, желающих услышать много различной саксофонной музыки. Сегодня у нас уникальный концерт. Мы к нему долго шли, и очень рады, что это все состоялось. Сегодня у нас на этой сцене первый мини-фестиваль квартетов саксофонов. Вообще интересно отметить, что квартет, как жанр, квартет саксофонов в нашей стране не так популярен и не так распространен был до некоторого времени. И тем приятнее осознавать, что сегодняшнее мероприятие и событие не только масштаба данного зала, но и всей столицы, и даже не побоюсь этого сказать, всей страны. Потому что три квартета саксофонистов на одной сцене – это, по-моему, в нашей стране впервые. Сегодня прозвучит много интересной музыки. Мы будем перемещаться из различных эпох, из различных жанров, стилей, направлений. Прозвучит как классическая музыка, эстрадная музыка, джаз и национальная музыка. Итак, мне кажется, достаточно слов. Я хочу пригласить на эту сцену первый сегодняшний коллектив. Это квартет саксофонистов «Символ» в составе Виталий Ватуля, сопрано-саксофон, Геннадий Плуэртов, альт-саксофон, Станислав Пялов, тенор-саксофон и Александр Стреляев, баритон-саксофон. Встречаем! Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начнем наш концерт эпохи барокко. Антонио Вивальди, концерт для струнных, соль минор. Thank you.
Спасибо. А далее для вас прозвучит Эдвард Грик, свита из времен Гольдберга для струн. Она у нас будет в 7 частях. Прошу прощения, в 5. Thank you.
Композитор Такацугу Мурамацу, и это одно из самых популярных произведений в Японии из популярной музыки. Называется Song of Life, песня жизни. Thank you.
Перемещаемся на африканский континент. Ула in Africa, Гейнра Виберни. Теперь мы рады представить российский квартет саксофонистов в составе Владимир Казнов, саксофон сопрано, Тарас Гусаров, саксофон альт,
Станислав Прижимов, саксофон, тенор. И Илья Богомол, саксофон, баритон. Еще раз хотел бы представить участника квартета. Тарас Гусаров, альт-саксофон. Илья Богомол, баритон-саксофон. Станислав Прижимов, тенор-саксофон. Илья Владимир Козлов, сопрано-саксофон. Мы бесконечно рады, что уже в стенах этого клуба выступаем не первый, не второй, и уже не третий раз. И особенно приятно видеть своих старых, хороших друзей, саксофонистов, музыкантов, а также знакомиться вновь с кем нам еще предстоит познакомиться. Благодаря всем вам, наш коллектив, наше развитие, наш репертуар никогда не стоит на месте. И сегодня мы хотим вам представить частично, приоткрыть такую тайну на наш новый репертуар, который будет обыгрываться на концертах и исполняться в течение нового концертного сезона. Также прозвучит в нашем сегодняшнем выступлении и излюбленные композиции прошлых лет. Да, итак, начнем мы с классической музыки. Для вас прозвучит две части из сюиты в старинном стиле Альфреда Шнитке, балет и пастораль. Точнее, пастораль и балет. Thank you.
родная русская музыка без великого композитора Петра Ильича Чайковского. Я думаю, Петр Ильич меня простит заочно. Итак, для вас прозвучит несколько миниатюр из детского альбома. И что очень приятно отметить, то что наш репертуар в большинстве своем пополняется и приобретает свою индивидуальность и особенность благодаря многочисленным переложениям, аранжировкам и обработкам нашего замечательного баритониста Ильи Богомола. Вы услышали в начале концерта переложение «Шнитки» на квартет саксофонов. Сейчас прозвучит «Марш деревянных солдатиков», «Зимнее утро», игра «Лошадки» и «Мама» в переложении для квартета саксофонов Ильи Богомола. Thank you.
сейчас немножко легкого жанра. Для вас прозвучит две части из сюиты «Текуадос» композитора Жерома Нолли. Мы для вас исполним «Танго» и «Чарльстон». Thank you.
Спасибо, дорогие друзья. К сожалению, тут на сцене не очень комфортный свет. Боюсь, что мы дальше не сможем играть по нотам. Поэтому следующая композиция под названием «Греческая сюита» испанского композитора Педро Итюральда прозвучит для вас. Просто прозвучит для вас. Thank you.
после небольшого перерыва на этой сцене вы услышите квартет саксофонов Master Sax Quartet. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Сегодня перед вами выступает коллектив, который называется Sax Masters Quartet. Конечно, после такого звездного состава, как российский квартет саксофонов, выступать достаточно тяжело. Но мы не ударим грязь в лицо. Вот, и начнем мы с композиции, которую все знают, все любят, это джазовый стандарт. Называется он «It might as well as be spring». Наверное, так хорошо, как весной. Thank you.
Спасибо. Сейчас будет такая авторская музыка, американская авторская музыка, которая называется «Джаз-мозаик номер один», автор Ленин и Гаус, который состоит из трех частей. «Lo and Behold» — это переводится с американского, так сказать, разговорного, как музыкальный сувенир, «Uptown Waltz», «Вальс над городом» и «Crazy Boy Blues». Перевод здесь не нужен. Итак, «Саксмастерс квартет» передавай.
сейчас прозвучит квартет Гордона Гудвина, который называется «Диффузия для квартета саксофонов», который состоит из 4 частей – аллегро, вальс, свинг и хип-хоп. Вот как-то так. Thank you.
заключение нашей концертной программы звучит танец хип-хоп. Да, почти с саблями. Thank you.
Соло на тенор-саксофоне Павел Кричко. Первая наша скрипка Андрей Буряков. Вторая скрипка Сергей Лупов. И меня зовут Федор Лешкевич. Все мы вместе сакс-мастерс-квартет. А сейчас вас ждет мега-джем на целых 12 дудок. Дорогие друзья, а сейчас представляем вам отделение, мини-отделение экспериментально-цирковых представлений. Дело в том, что это буквально таким экспромтом родилось неожиданно желание и возможность сыграть всем вместе. Поэтому, я думаю, будет местами очень весело, и надеюсь, что это веселье вы разделите вместе с нами. Итак, соло босанова. Thank you.
Сегодня мы вас играли в оркестре саксофонистов «Символ». Российский квартет саксофонистов. И «Сакс Мастерс Квартет». Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что в этот вечер вы наполнили теплыми эмоциями, вашими яркими аплодисментами этот зал. Я надеюсь, что дав сегодня старт этому фестивалю, он продолжит свое продолжение, и мы с вами увидимся на будущих подобных мероприятиях. Особую благодарность хотели бы выразить арт-директору клуба Козлова Араику. Спасибо, дорогие друзья, и до новых творческих встреч!